Познакомьтесь, Мария Пенанин, инвестор, энтузиаст финтех и предприниматель. Мария получила степень магистра по специальности инженер-химик Академии АБА в Финляндии. Затем изучила экономику, маркетинг и финансы в Университете Пердью и Высшей школе коммерции. Пенанин работала на предприятиях химической промышленности, здравоохранения, Room NHS, Nevolo, Dow Chemical, Huber Engineered Materials. Сейчас Мария – генеральный директор, сооснователь и инвестор более 10 компаний, работающих в сфере инновационных технологий. Среди них и проект Monetization AI, разрабатывающий финансовые продукты, созданные на основе искусственного интеллекта.